Олимпиада восьмиклассников призвана создать необходимые условия для поддержки одаренных кубанских учащихся, привлечь ученых и практиков к работе с талантливой молодежью. Наша съемочная группа побывала на Олимпиаде по истории. Как выявить и развить у обучающихся интерес к научно-исследовательской деятельности, найти ребят, обладающих значительным потенциалом и высоким уровнем интеллектуальных способностей для участия в образовательных программах и проектах? Нет ничего лучше участия в предметных олимпиадах. Изучать историю – это самообразование, это огромный словарный запас, это... Даже то, что это вы будете интересной личностью, с вами можно будет общаться, это широкий круг вашего внутреннего мира прежде всего. На Олимпиаду приглашаются обучающиеся восьмых классов, которые прошли, стали призерами или победителями школьных олимпиад, районных олимпиад, и которые действительно увлекаются историей России, всемирной историей. В наше время история приобретает особое значение. Без знания того, что уже было, невозможно оценить настоящее и уверенно смотреть в будущее. И потому интерес у восьмиклассников к этому предмету вполне объясним. Мне очень нравится история, поэтому я пришла на эту олимпиаду. Больше всего я увлекаюсь историей России. И для меня это очень занимательно и полезно. Больше всего меня интересует династия Рюриковичей. В этот период происходило много важных событий для Руси. Я читаю дополнительную литературу. Меня это очень интересует. В центре внимания история и у Владислава Ермоленко, который увлекается этой наукой с особенным вниманием, изучая те периоды прошлого, которые для него наиболее интересны. Я люблю историю России, увлекаюсь ей. Мне нравится этот предмет. Особенно мне нравится период правления Петра I, Екатерины II. Мне всегда было интересно, как становилась наша страна такой большой и могучей. В истории очень много удивительного. Есть много разных событий, которые происходили в жизни нашей страны, очень важных событий в жизни нашей страны. История позволит понять, как все появлялось. Подготовка и участие в Олимпиаде – это прекрасная возможность для интеллектуального роста и творческого развития. И лучшие учащиеся Славянского района стараются использовать открывающиеся возможности. Все здесь, а проходила Олимпиада в 17-й школе, организована в строгом соответствии с правилами проведения. Созданы условия для работы и, конечно, соблюдается информационная безопасность. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, Константин Монастыренко. Программа «События».